Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Dying Light Following. И сегодня в планах у меня все-таки завалить этого плакальщика, только предварительно мне нужно будет маленечко нафармить ресурсов. Это этих химических реактивов. Так, а чё это? Блять, кладовщик херов. Подожди, сколько время? 20, сейчас уже ночь настанет, да? Поэтому соваться мне куда бы то ни было смысла нет. Ночью я точно плакальщика валить не собираюсь. Там плакальщик-то довольно жесткий, так еще и это. Всякие эти прыгуны будут носиться. Поэтому плакальщик, поживи еще чуть-чуть. Поживи чуть-чуть. Как вы меня тут нашли? Вы что тут, всю ночь караулили, что ли, блин? А? Гады. Эй. Да ёпта, что же у вас кроме бабла-то ничего нету? Чё за херня-то? Здоровый лось, да? Здоровый, крутой. Знаем мы таких крутых. Гнилая черепушка. Кто там еще-то стонет, ёптать. А, так ты еще что ли живой? Вот ты гад. Короче, тогда мы твою. А, все. Ну окей. Так, давай посмотрим, что здесь. Блин, мне бы какую-нибудь оранжевую бы оружку найти нормальную. Она бы там еще помощнее дамажила. Да чтоб тебя. Ох ты, и отмычки уже заканчиваются, да? Вот тебе на. Вот тебе здрасте. О, это что такое? Инвентарь заполнен. Как? Чем я заполнил-то? Оружием, которое я не использую. Составной арбалет. Щит. А чё у меня инвентарь-то такой маленький-то, ё-моё. Так, вот это вот нахер. Точнее, в пинду. В пинду. Ну. Флотское оружие, 6 патронов. 6 патронов, ружьё. Ну, ружьё-то мне пригодится, да. Давай мы сейчас тогда всё, что мне не надо, здесь выложим. Так, у меня тут... А не надо мне, в частности, вот это вот. Флотское ружье. И... Шестизарядник. Тоже мне не нужен. Так, мы оставим золотой виндикатор. Ну, пусть вот это будет. Пусть будет... Блять, вот химреактив лежит, который мне нужен, и не взять его. А, так, сейчас, подожди. Мы же тут переспали ночь. Тут же сейчас у барыги должно это... Может, у барыги что появилось? Какая-нибудь разрывная стрела. Вот это хорошо. Вот это ты, конечно, выручил. Бечевка. А, так, аптечку давай купим. Надо нам аптечку прикупить.
Так, блин, сколько же у меня стрел-то разрывных сейчас? Самолет разбился поблизости. Ага. Так. Упавший самолет. Отвалите. Отвалите. Со своим самолетом упавшим. Так, тут 70, тут вот так. Вот теперь вопрос. Хватит ли мне 53 стрелы, чтобы мочкануть плакальщика? Так, мы подхилимся сейчас. Так, а там это мерзкий, злобный урод, который в меня стрелял. Где ты тут? Сбежал уже, да? Ну ладно. Что ты сюда-то поехал? По каким-то горам, по каким-то холмам, бля. Я тебя нашел. Так, ты фуловый, да, значит? Фуловый. Так, ну что, пробуем тогда. Сейчас смотрим, сколько он с одного получит дамага.
Не хватит, не хватит. Тут надо стрел 100 примерно. Вот это прикольно. Ну. Кто здесь еще? Где? То я могу туда пробраться. Эх, блин. Надо что-то помощнее, какое-то оружие на плакальщика. На плакальщика нужно оружие помощнее. Беги, ёптать, ну вот. Все. Да нет, маловато, маловато. Блять, рулит разучился. Ё-моё, блядь. Типа ты думал, я нет, не найду способ вас это прикончить, что ли, бля? Убегал от меня, дурила. Отвали. А что за консервы тут были? Сука, где химреактивы-то? Так, надо вот здесь проверить, что там на вышке есть. Что есть на вышке? Темный. Херня. Херня. Одна херня на вышке. Эх. В общем, плакальщика еще надо фармить. Он там какой-то красный дом, который... Давай дом освободим. Потому что плакальщика надо разрывными будет убивать.
Там никакого читерского оружия у меня нету, которое бы там наносило дамага там по миллиону к. Так, что здесь? Все, зона безопасная разблокирована. Ну, хорошо. Не густо, конечно, но все же. Все же хоть что-то, да? Так, а что здесь может? Что интересное найдем? Да хер тут что интересного найдем? Тачку можно призвать, да? Ну, давай призовем. Так, это... Ну, сколько этих пустых, да, сумок? Сумок, блядь, сундуков. Ящиков, коробок. Так, а здесь что? Ну, здесь-то должно что-то быть, да? Окей. Так. А, надо отмычек наделать. Отмычек, отмычек. Надо сделать. Отмычки. Ох, сколько я могу тут вас наделать-то. Названия прикольные у этих. Адский зверь, клятволом, ониксовый болт. Что за, интересно, ониксовый болт? Я же его даже сделать могу. Ониксовый болт. Нужен револьвер. Знать бы, сколько ты дамага наносил этот болт ониксовый. Отмычка. Чудесно. О, химикаты. Вот это мне надо. Вот химикаты мне нужны. Не, если бы у меня... В принципе, 100 стрел разрывных сделать, то я этого мудака завалю. Хотя у меня же там еще мина есть, это противотанковая какая-то там граната или что. Интересно, как она ставится. Может, ее тоже можно как-то кинуть там и типа... Она на него среагирует. Мачете. Мачете нахер. Вот еще химикаты. Радуешь, радуешь. Хорошо. Да, кстати, надо будет сейчас сходить это. Проверить мины. Что-то всякая какая-то серая херня падает. Мины проверить. Так, даже очки навыков и... тачка на прокачку. Так, это что такое? Экономия топлива. Перемещаюсь по бездорожью быстрее, поврежденный... Лучше меньше. Не будут использованы материалы. Улучшение. Миноукладчик. А, миноукладчик это вот... Мне корпус бы понадежнее. А мины, как бы это так себе. Чертежи. Что у меня тут? Я могу вообще какие-нибудь сделать мины? Щит Тесла. Взрывные сюрикены, фигня. Осколочные гранаты. 6 штук всего могу сделать, да? 6 осколочных гранат, либо...
12 этих могу сделать. Разрывных стрел. Самодельные гранаты. Осколочные мины-ловушки. Взрывные мины-ловушки. Бомба Курта. Мне в любом случае нужно что-то, что будет дамажить. Но вот это вот так, как она показывает, что она фиолетовая, она, скорее всего, должна хорошо херачить. Мины, ловушки. Но это мина, ее надо устанавливать или что с ней делать, блин. Это ж мина. Просто если не получится кидать, поставить мину. Ну-ка, давай выберем. Это сюда ставится, да? Поставить мину. Ну, то есть вот мы выбираем тебя. Вместо чего? Ну, давай вместо взрыв пакета, да? Да, блядь. Да чтоб тебя... Вот, поставить мину. Давай мы сейчас проверим. А, это же безопасная зона. Что ты тут проверишь-то, блин? Ну. Как она, собственно говоря, реагирует? Ну-ка. А, вот так. Ого. Блин, он не кидает на расстояние, вот это херово, он далеко не кидает. А так-то она дамажистая, конечно, штука. Блин. Короче, ладно. Тогда мне надо просто делать гранаты. А гранаты, они... Гранаты, они, наверное, будут... Они... Что за заказы? Под давлением... Погони чего? Вскройте очень сложный замок во время погони 4 уровня. А, восстание Феникса. А, вот этот классный. Он, блин, с последнего урона шотает. С последнего патрона. Фенрир. Ну тут его сложно выбить. Попрыгунчик. Супер прыгун. Горный козел. Охерей, да? О-о-о. Хера себе, сколько тут. Фалджип. Начните с входа в тюрьму. Отвали от меня. Ладно. Ладно. А, я уже отвалил. Так, мне надо в любом случае еще найти. Мне надо еще найти. Так, а где? Отсюда выезд. Это того стоило. А почему я не на ферме оказался? Почему я оказался не на ферме? Ну, чё вы там? Ущербы. Смотри, нормально улетел. Что, сможете сюда? Смотри-ка, они сюда залазят даже. Блять, так. Где отсюда этот выход-то? Я что-то не понял. О, вот еще. Я тут еще не все, оказывается, обыскал. Я же тут не все обыскал, получается. Трудный взлом. Повременим пока.
тут фиг. Так, у меня сейчас три химикатов есть. Это 18 стрел. Того у меня 71. Да не, надо с соточкой. С соточкой стрел хотя бы на него идти. Опять топорик какой-то там. Радуга. Топорик, радуга. Да что ты? Зелень да синь, зелень да синь, задолбали. Серая, зеленая, синяя. Потом опять серая, зеленая. Так, стопы. Ебать. Что там ходит или где? Тут не видно на горизонте ничего. Может, здесь какие химикаты будут? Ну, давай откроем. Трудно. Просто просрать сейчас получится... Получается взять и просрать 70 стрел, и в итоге не суметь его убить, это будет это, маленечко бредово. Маленечко бредово будет. Поэтому лучше подготовиться, а еще лучше мне отсюда выход найти. А, вот, наверное, да? Вот, наверное, где выход. Мне надо еще пару фермы обыскать. Потому что с сотней, в принципе, стрел с ним можно пободаться. Я же себе корпус-то теперь усилил. Я сейчас могу их вообще тут прям это раскатывать. А вон еще там без... Красный дом. Кто здесь рычал? Ты? Чувак, ты что, хочешь со мной потягаться, что ли, реально? Ты серьезно? То есть ты хочешь со мной сейчас потягаться? Все. Вот и вся вражда, ёптать. Или точнее, вся любовь. Ну тут я стрелу-то натянул, мне же ее не это. Вот давай в тебя вояка пущу. Вот, хорошо. Ох, надо перезарядить. Негоже.
Отдохни. Что ж ты такой беспокойный-то? Ебать, блядь. Шустрый-то какой. Дверь закроем пока. Ну, все. Все. Померли. Ой, там... Мне выйти, что ли? Слышь. А, я же сейчас выйду. Вот я сейчас выйду, ты ляжешь. Подожди, я потом использую. А, так ты вовнутрь попасть не можешь, что ли, да? Мне что, прям к тебе туда выйти? Да? Ну ладно, подожди, ну сейчас я сейчас я выхожу, выхожу. Выхожу. Все? Доволен? Ну окей. Че хотел, то получил. Все, какие претензии? Ты меня звал, звал, я пришел. Все, что теперь? Че теперь недоволен ты такой? Лежишь там без башки. Так, что здесь? Отлично. Все, давай сейчас вкручиваем пробки. И безопасную зону разблокировали. Отлично. Хорошо. Хорошо. А теперь ты под... Ой, подожди, я же этого-то... Дурачка-то. Так, вон там вояки. У вояк, возможно, будет что-то годное. Ну. А, ладно, тут одни бабки, тут, блядь. Блядь, тебя не заметил, мудака, ёпарасоте. Еще самолет с припасами. Синтетика. Давай, очень трудно. Где-то здесь. Давай что-нибудь годненькое там, годненькое давай. Давай, 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 что-нибудь нормальное, дай тут здесь. Что, третий уровень. И гладиатора, отлично прям. А, вон ты стоишь, там кряхтелка. Кряхтелка. Сопелка, перделка. Смазка. Сейчас я вот смазочку возьму.
и тебе кое-что смажу, если не заткнешься. О, я до туда не успею добежать. Добежать до туда не успею. Так, сколько по карте? 4 часа 5. Ну, ищем дальше эти химикаты. Соткой. Я даже не уверен, что сотки-то хватит, в принципе, блин. А что делать? Так, вон. А, ну тут этот Тор, ёпта. Там Тор стоял, который уже был Тор, был да сплыл. Был да сплыл. Ну, груз отобрали. Ну, я к нему как бы даже вообще не стремился. Что здесь среди этих ящиков может быть? Вот они же для чего-то сделаны. Только для того, чтобы прыгать на них, что ли, или что? Почему тут ничего нету? А, ну это через них я перепрыгивал. А, так я на тачке, когда это... Я через них перепрыгивал. Блин, мне хочется какой-нибудь этот... военный... фургоны найти. Армейские грузовики. Ящики с этим. Запароленные. Вот здесь, по-моему, какой-то запароленный ящик был. Я, блин, думал, он залез уже, очканул, а он и там, похоже, вообще не собирается ко мне залазить. Все, патронов у меня на фулку, да? Ракеты. Ну. Отлично. Чертеж, экспериментальное армейское сцепление. Самозарядное ружье. Король, короля нашел, отлично. Ну,
Ружье самозарядное. 600. Маловато ты дамажишь. Маловато. А вот армейское сцепление сделать можно. Что-то эти все в эту сторону открываются. Ящички. Да-да, знаю, ты заполнен. Так, ну-ка. Ну, короче, такое вот оно. Как ты выглядишь? Слабенький дамаг. Не, ну в принципе, если в упор шмалять. В упор. В упор еще нормально, это все равно. А вот издалека вообще. То есть оружие ближнего боя. Вот этого сейчас вообще на клочки разорвет. Вон, пополам сразу. Вообще двоих, ёптать. Короче, дробаш. Чем ближе, тем лучше, да? Это вообще уносит, ёптать. Смотри-ка. Вообще прикольно. Да? Побаловаться. Ну давай, давай, подходи. Все, нету больше желающих. Сука, выжил. Правильно? Полбока ему отстрелил, он выжил. Ладно, повеселился я тут с вами, да хватит. Ничего с вами интересного, ничего у вас нету. В охотничьей засидке тебя зажали. Здорово. Че у тебя тут есть? Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Так, деталь 5 уровня. Турбины. И подвеска 4 уровня, да? А, ну давай. Давай, давай. Так, продать. Что мы тебе можем продать? Вот это мы тебе можем продать. Что нам нафиг не надо. Чё ты супер коктейль молотова какой-то есть у меня. Ну ладно. Так, теперь мне бы еще тачку позвать сюда, призвать. Где-то тут у тебя.
Где тут можно такси вызвать? Болванчик Джасир. А вот. Вызываем такси. 777-521. И где оно? А, вон стоит. Ну ладно. Так, что здесь мы можем улучшить? Тебя мы можем починить, лучше сделать. Отлично. Сюда. Ух ты. Золотая какая-то. О. Армейская. Это у меня сейчас сцепление будет лютое. Это прям же. Так, там где-то засидка, говорит. Меня там типа зажали. Спасите, помогите. Конечно, только на это способен Кайл Крейн. Слушай, мне кажется, я тебя уже спасал. Все, ты. О боже, как тут один? Ты. Типа он офигел от того, что я один там справился со всем. Ну, конечно, я спас твою жизнь. Я спас твою жизнь. Так, тачка. Блин. А, вон завод. На этом заводе тоже там какая-то творит засидит. Так, так, тарак, так, так. Мне надо найти безопасную зону.
Так, хер с тобой. Вон, я вижу там какой-то дом. Там, скорее всего, и будет безопасная зона. Ёлки-палки. Время поджимает. А, не, подожди, вон синим горит. Вон та, наверное, зона безопасная, да? Отплыви ты быстрей. А, нет, это что за хуйня? Сука, я из-за тебя... Незнакомый странный камень. Отстаньте от меня. Адская жаба. А, то есть здесь адская жаба, да? Отлично. Супер, блядь. А, ну чё, очки навыков удваиваются. Вы меня обрадовали, пипец. Я так доволен, что ночью удваиваются очки навыков. Вы прям не представляете, как я рад этому. Только меня интересует... по-моему, вот здесь, да? Давай. 188 метров. Сука, да неужели ты 180 метров-то не сможешь пробежать, чтобы не сдохнуть? Вот сейчас мы это и узнаем. Пиздец, блядь. Кайл Крейн. Что ж ты за нечисть-то такая? Плыви под водой давай, короче. Оплываем этого мудака. Опять занырнули. Беги, сучара. Беги, в рот тебе компот, блядь. Да беги ты, тварина. Все. Сука. Какой же ты неповоротливый. Это что-то. А, ну здорово. Так, а разрывных нету, что ли, стрел у тебя? Разрывных стрел нету. Ну ты гад. Химикаты, что-нибудь такое. Тоже нету. Давай хоть аптечек купим. Все понятно с тобой. Money, а? Да, мани, у тебя ж ничего нету. Что ты мне там со своими мани? Четыре тысячи 800 очков откуда-то набрал. Зачет 4800. Так, ладно, все, что-то мне это уже задолбалось. Тут это круголей нарезать просто в холостую. Автозаправка, безопасная зона, охотничья вышка. Выживший, ты мне не... Ну, так, здесь чистая зона, зачистить область, жаба. А здесь жаба, да? Так, а здесь пропал человек, зачистить зону, тайник. С жабой тоже дела плохи. Так, где что найти-то, блин? Тайник, армейский аванпост. Автозаправка, армейский аванпост.
Давай вот мы до сюда попробуем сгонять. Посмотрим, что там километр. Да хуй с тобой. Опять эти Биба и Боба, ёптать, попались. Ой, блин. На помощь, Гохан, помоги там, хум-хум-хум. Помоги, помоги, что случилось? Я упал в пролом, а мои братья сбежали. Мне очень страшно, кто-то внизу, кто-то еще. Где ты? Возле плотины. Ну, ты все застрял, что ли? Ну ладно. Я ночью 180 метров пробежать смог. Че, днем 160 не пробегу. Застрял. Так, что здесь у нас? Армейский аванпост. Сейчас пошукаем тут. А я, по-моему, здесь же был, да? Или нет? Или был? Или да? Или нет? Не, ну, конечно, если учесть, что ты проходил ее уже, ты здесь точно был. А вот если за вот этот заход, я что-то не помню, был ты или нет. Трудный взлом. Надо вот этого взломать, потому что здесь может какой-нибудь годная деталька быть. Или чертежик 5 уровня. Армейский-то вряд ли, конечно. Так. Ну понятно, третий и все. Снова тачка. Так, что мы тут на этот раз? Во, давай, давай. Четвертый это. Патроны полные. А, подожди, я же здесь был, да? Я же здесь был. А вот здесь вот... А вот здесь вот... Зачистите зону, чтобы она стала безопасной. Я там... Что там за зона? А, вот она. Подожди, это... Это зомбари, надеюсь? Ну, окей. Отлично. Отлично.
Так, с тебя я уже все собрал. Муха, ты сколько? С ума сходят там. Полоумная баба какая-то, блин. Блять, одни домашние припасы. Я что здесь вам стряпать собрался, что ли? Ну я не могу к тебе выйти, тут все двери заколочены. Что ты? Уж извиняй. Извиняй уж. Так, он мне показывает, что еще надо куда-то ниже спуститься. Вот сюда, да? А здесь нету припасов никаких. Ну ладно. Ух. Ух. А, подожди, а, ты тоже тут не открываешься, ты вот открываешься, да? И что здесь? Нихера. Ровным счетом ничего. Сейчас снова наверх. Так, давай закроем. Будем предусмотрительными, закроем дверь, потому что вдруг какая-нибудь тварина захочет заглянуть ко мне в гости, которой я буду не рад, например, да? Окей. Так, что у вас тут? Фургоны, фургоны, фургоны. Блин, у вас где-нибудь есть здесь армейские припасы? Чё за херня-то? Ой, армейские припасы. Химикаты есть у кого? О, блин, загорелся полу. А я думал, зомбак, это просто загорелось. Бензиновая лужа. Бензолужа загорелась. Вот еще. Пропал человек. Ну, давай попробуем сейчас, да пропал человек, сходить. Точнее, доехать. Доехать, да пропал человек. А, у меня баги же, да? А, вот, я же переставить ее могу. Что-то я не понимаю, у меня то пишет по-русски, то и по-английски пишет эти буквы действия. Не надо мне там писать, что бегуну удалось скрыться. Ему не удалось скрыться. Ему я позволил скрыться, если уж на то пошло. Охуеть. Понятно. То есть вы, ребята, хотите по-плохому. Отлично. Я просто обожаю, когда по-плохому. Где еще ты?
все. Теперь вы послушник. Ну, отлично. Теперь я послушник. Блин, я сюда ехал, думал, тут какой-нибудь спекулянт будет. Еще кто-то. А где все ваши автоматы? Полицейская винтовка. А тут ни спекулянта, ни хрена. Кайл, ты тот ученик, который превзойдет. Ты пошел на такие, мы благодарны тебе. Вы мне лучше эти, какое-нибудь оружие дайте нормальное. Хули мне ваши благодарности-то? Я плакальщика хочу убить, а вы мне даже ничего не можете подогнать-то хорошего. Фу. Так, а где тут, где барыга-то еще может быть? Ну, ну вот барыга есть, да? Ну а чё, поехал? Вот, короче, есть вот барыга. И вот тут недалеко барыга. Поехали, короче, туда. Чат 79. Так, ну-ка. Да благословит тебя мать, твои деяния. Да завали ты, а. Завали, серьезно. Благословит. Опа. Вот это я дурканул. Вот это я дурканул, так дурканул. О, нашли уже. Эй, ты куда? Чё, придется здесь под днищу ползти, да? Ну пошли. Это вот. Так, а ты там что-нибудь продаешь? Ты же стоишь-то здесь. О, Биба и Боба, это вы что ли? Да, здорово. Только идите вы нахер. Я что-то вообще с вами общаться сейчас не хочу. Там сейчас опять какую-нибудь херню мне накидаете. СТП здесь. Чё, я здесь не могу вызвать машину? Охеренно. Soon,
Я забыл шить манатки, прибавить куда-нибудь еще. Есть кто-то покинуть? Купить, поспешите. Я хочу купить, я хочу, я спешу. Спешу как могу. Может, у тебя там стрелы есть разрывные, химикаты какие-нибудь. В общем, что-то, что действительно может пригодиться. Я уже рядом. Не уходи. Не уходи. Ты из города? Да, я из города. Сказать, из какого? Вот. Из такого, где зомбаков пополам рубят. Давай. Так, а мне... Слышь, мудила. У тебя, блин, ни химикатов, ни хера. Чё ты за херню-то? Вот ты гад. Чё я к тебе бежал вообще, спрашивается. Ну ты и гад. У тебя нету того, что мне нужно, поэтому захлопнись. Ты мое время потратил впустую. Понял? Мне еще километр надо пробежать, чтобы до барыги, ну, уже меньше километра. Но, тем не менее, еще бежать и бежать, блин. Замечена охотничья вышка. Чудесно, что она замечена. Приз гонок. Приз гонок. Названия лучше выглядят, чем сами эти оружия. Ужасная там какая-то это херня зеленая. То есть ты не можешь, да, там зацепиться. Ну, хер с тобой. Золотая рыбка. Ну, хоть тут смог. Чутка уже осталось. Так, это... Ну, судя по всему, я здесь уже был. Там мед, пиво пил, да, наверное? Наверное, даже по усам текло. А в рот не попало, да? Вы что, надеялись, что я вам помогу? Слушай, а что там такое вот серое под землей? Показывает внизу, хер его знает. Ух.
ножовка. Но это хоть фиолетовая. Алкоголь. Композитный германский пистолет. Ну, а чё бы и нет, давай для коллекции возьмем. Блин, еле выжил. Хорошо, кошка сработала, спасла. Так бы сейчас откинул бы коня. Так, все, я практически добежал. Что здесь? Очень трудно. Нет, идите вы нахер. Копаешься, копаешься, отмычки ломаешь, там какая-нибудь херня лежит, блин. Мне сейчас нужен барыга, поэтому... Все ваши там очень трудно. Не очень трудно. О, есть, есть. Есть разрывные стрелы. Он стрел, он продает охотничье ружье. Флотское ружье. Слушай, вот это, по-моему, должна прям нормально вообще дамажить. 1100 начальный только у нее урон. Там, да? Так. Да, так, давай пока попробуем. Чертежи. Меч ангела. 2 и 3. Яд бегуна, фигня. Вот, меч ангела меня интересует. Мы можем... ножовку использовать. Так, давай, создаем. Но она будет, вон, уже 1600. А плюс я сейчас еще эти поставлю. Угу. Плюс я вставлю. Так, где ты? А, вот, ножовка. Улучшение сделаю. Сюда мы короля воткнем на дамаг. Отлично, сюда мы варвара тоже на дамаг воткнем. А сюда мы воткнем дуэлянт, нет, задира. А еще у меня король есть. Отлично, а сколько у меня королей-то вообще? Может, я могу... А, нет, все. Так, чемпион, не то. Наемник тоже не то. Здоровяк. Зверюга. Задира. Дуэлянт. Задира. Вот так. Угу. 200 дамага. То есть, ну и чё, зачем теперь ты мне на 1000? Теперь ты мне не нужен. Сорян. Сорян. Тебя надо убрать. Убрать. А точнее, надо тебя разобрать. На 1300, тем более на 900 нахер нужен. Так, теперь давай мы... Так, надо переложить за вот это вот. А зачем мне топорик дракон? Кто-нибудь может мне сказать? Зачем мне топорик дракон? Так, сколько время? 2 часа. Так, мне надо до следующего барыги добежать. А следующий барыга у нас вот здесь, да? А, нет, вот здесь. 300 метров.
что тут такое? Помочь кого-то надо. Ого! Вот это да! Я вообще не ожидал, что она так сработает, эта пуха. Вот это да. Охереть. Шмах, шмах. И все. А, это же этот. Фу. Блин, это же на мосту торговец. У него, по-моему, только запчасти одни есть, и все. Больше, по-моему, он ничем не торгует. Только вроде запчастями. Давай посмотрим. Так, это. Ну, у тебя, по-моему, ничего. Так, стой, у тебя... Блин, я вот у тачки не помню, какие у меня детали есть. Ну, по-моему, у тебя ничего нового не появилось, да? У меня ж там... По-моему, ничего нового у тебя не появилось. Тебя продать... Так, а наугад я... Двигатель у меня есть. Вот я насчет вот... Вот этого не помню. Подвеска. Насчет подвески не помню. А, ну точно, да. Подвеска. Так, вот. Так, а тут есть где-нибудь еще по дороге? Ферма Джасира. Ферма Джессира. А, есть разрывные, отлично. А, нет свободной ячейки, нет. Ну, блядь. Химикаты тогда нужны мне, химикаты. Химикаты. Так, а сколько, блин, ну... Так, давай мы, знаешь, чё. Пока я доеду, пока я его буду убивать, у меня время подойдет к ночи. Мы сейчас сделаем вот так. Утро, а вечер. Потом дожидаемся утра. Дожидаемся утра. И едем. И едем убивать плакальщика. Зажигательная стрела, задира. Давай купим задиру. Все, ладно.
Ну, ладненько, ладненько, ладненько. От огня ты, интересно, что-нибудь вообще? Будет какой-то урон тебе, нет? Не будет, да? Ты передумал кидать, что ли? Капец, блядь, так тут надо стрел 200 на плакальщика. Сука, попал все-таки. Так у меня о чем тут 24 стрелы только. Вообще, я ему 60 впендюрил даже только. Ух ты ж. Это вообще ни о чем. Это ни о чем. Так, а подожди, почему у тебя вот эта штука пустая? Ну, чего вы лезете там, нет?
Чего вы тянете-то? Блин, мне интересно, я с него вообще хоть что-нибудь там есть какой-то? Давай, хули. Восемьдесят стрел. Хуй тут ловить-то. Ну-ка. Подожди, по-моему, с него, с этой херни, по-моему, вообще никакого урона нету. То есть только патроны впустую тратятся. Как бы ему вообще похеру на это все. Вообще похеру. Блять. Тут, наверное, такая не проканает, да? Фишка. Да тут нах. Не, короче, я совершил ошибку критическую. Я недостаточное количество взрывных этих набрал. Недостаточное количество набрал, поэтому все, я слил. Сейчас надо заново их фармить. Получается, заново надо нафармливать.
Вот такая вот херня. Ладно, ребят, на этом-то давайте я закончу. Потому что сейчас опять снова долгий фарм этого всего. Это опять пара часов на это все уйдет. Может быть, в режиме стрима там мы как раз это все снимем, как мы это, я это все буду делать. Спасибо, в общем, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч.